Редкий случай, когда на катке никого нет, и можно вволю поупражняться с клюшкой. Леша Акимов учится во вторую смену и по утрам пользуется моментом. В его распоряжении весь каток. Вечером он уже в составе команды, в игре применяет отработанные приемы. Делимся на команды, ставим сумки около бортика, что это, ворота там, играем. Каток во дворе 58-й школы очень популярен. Здесь даже проводят районные этапы матчей «Золотая шайба». Поддерживать лед в хорошем состоянии помогают и школьники, и сами преподаватели. Мы начали своими усилиями, то есть с ребятами, со школьниками. Я помню, мы копали под столбики ямки, нарезали трубы. Мы изначально своими усилиями построили каток. На катке во дворе 36-го дома по улице Дыбенко мальчишки дворовой хоккейной команды под чутким руководством тренера-общественника учатся виртуозно забивать шайбы в ворота. А малыши делают первые шаги на коньках. В 9 вечера по общему согласию детское время заканчивается, и на каток приходят взрослые. Не только кататься, но и подготовить площадку к следующему дню. Есть 6 активных папочек, которые по ночам проводят работу по заливке данной площадки. Они очищают, расчистку, создавали сначала снеговую подушку, потом все расчищали, заливка первая, там вторая заливка, все плавает. Мы как раз сделали акцент на подготовку именно дворовых площадок. Вот таких площадок у нас 56 по всему городу, уже залито и уже эксплуатируется. Всего в Самаре почти сотни ледовых площадок. К заливке готовы еще 10. Они расположены во всех районах города. Кроме дворовых, работают катки в парках, на набережной и, самый главный, на площади Куйбышева. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.